Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я вам покажу, как можно помыть микроволновку без моющих средств. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не стесняйтесь, мне будет очень приятно. Итак, начнем мыть мою микроволновку. Вот такая-то она у меня грязная. Свинская такая. Вот такая вот. Грязнущая. Смотрите, какой ужас. Какой ужас. Какой позор. И через пару секунд, ну, для вас, она будет чистая. А мыть микроволновку я буду обычным лимоном. Вот таким обычным лимоном буду мыть микроволновку. Но прежде чем начать мыть микроволновку, нам нужно лимон порезать на две части. Вот, я порезал на две части. И теперь я лимон положу в микроволновку. Я вот так вот положу. И все. Так, теперь я закрою микроволновку. Стоит на 800 градусов. Поставлю где-то вот так вот. Время. Микроволновка закончила работать. Вот. Все время вышло. Сейчас я открою. И нужно будет перевернуть лимон. Ой, как горячо. Нужно, чтобы остыл немножечко. И этим соком нужно будет мыть микроволновку. Вот такая вот красивая, чистая микроволновка у меня получилась. Такая вся белая. Смотрите, какая красота. Вот. Выдрыл микроволновку. Мыл микроволновку при помощи таких вот инструментов. Различные вот губки. Щетка вот такая и зубочистка. Естественно, лимон.